В двухэтажном корпусе школы номер 43 станицы Северской завершили капитальный ремонт. Принять работы пришли представители общественности и заместитель главы района Марина Чернова. Здание 1904 года постройки буквально преобразилось. Светлые просторные коридоры и полностью укомплектованные кабинеты оформлены в едином стиле и отвечают всем образовательным стандартам. Вскоре начнет работу Центр детских инициатив. Появился здесь и Центр образования «Точка роста». Кабинеты физики и химии, оснащенные современным лабораторным оборудованием, интерактивными досками с магнитомаркерной поверхностью. В остальных классах тоже обновили буквально все. От штукатурки на стенах и электрики до ученических парт. Благодаря перепланировке в здании наконец-то появился туалет. Участники общественной приемки оценили проведенные работы на отлично. К слову, на капитальный ремонт здания было выделено более 28 миллионов рублей, а на оборудование – более 11 миллионов. Работы выполнены в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования».